Сегодня мы проверим страшную тайну песка душ в Майнкрафте. Постараемся выяснить, что же за лица скрываются в этом жутком блоке. И попытаемся с помощью этого блока призвать самый настоящий миф. По планам, Давид, сегодня мы проверим страшный блок. Мы будем мистику искать, а не страшный блок, Никита. Что за фигня? Ты когда-нибудь видел песок душ? Да, конечно, видел. Ты вглядывался в него? Я вглядывался, и там я видел какие-то непонятные такие морды. И сегодня мы постараемся из этого песка душ, так сказать, вырастить самый настоящий миф. То есть мы из песка душ будем доставать душу? Ну, по идее, да, либо того, кто владеет этими душами, я пока что еще не знаю. Вау, это очень круто. Песок душ, мы оттуда достанем душу. Вы вообще представляете вообще такое? Я себе вообще не представляю. Я такого еще вообще никогда не делал. Вот недавно мы с тобой каких-то оккультистов призывали, ничего не получилось. Кстати, возможно, здесь тоже будут какие-то оккультисты, так как они связаны с этим блоком. О, кстати, искал шахту, вот же она. Давид, а тебя ничего не смущает? Это что за лошади? Я не видел никаких лошадей, что там? Тут лошади-скелеты ходят, это что такое? А, да, реально, откуда они могут быть, кстати? Не знаю, вот это уже очень подозрительно. Это адские лошади, да, или нет, или как это? Адские всадники. Я, кстати, их в естественном Майнкрафте никогда не видел, типа, я только... Я слышу звуки их. Какие, такие фыркающие? Никита, они опасны, эти лошади? Ну, ударь, попробуй, что произойдет. Не, она спокойная, просто текстура у нее такая. Ну, по идее, они должны быть френдли. Интересно, а как она приручается, типа? Давид, давай быстрее, лучше собирать ресурсы. Эти лошади нас отвлекают. Ну, было бы прикольно, если бы мы с тобой там. Ой. Как раз две лошади. О, гроза, ты слышал? Нет. Молния ударила, в смысле? Да не, это не было ничего, тебе кажется. А в смысле не было, молния ударила? Да не было ничего. Я, кстати, не знаю, что будет по мистике происходить до того момента, пока мы не сделаем ритуал. Это очень интересно. О, господи! Чё ты там кричишь? Только что здесь дерево такое исчезло куда-то, и у меня ночь. Да нет, дерево, все нормально. Или это не дерево исчезло, я не знаю, у меня как будто что-то, какие-то вспышки. Ну, если какие-то у тебя вспышки и что-то такое, значит, у нас все точно получится. Души! Давид, души повсюду! Посмотри! Я не вижу душ! Я за тебя, Никита! Это курица. Смотри в небо! Тут ви... Что? Это очень красиво. Господи, они теперь повсюду, Давид, что происходит? Мне это не нравится вообще. Блин, у тебя какие-то галлюцинации, слышишь? Какие громко и души. Это солнце просто. Это не солнце, это души, они повсюду, они реально повсюду. Я тебе не верю, Никита, какие могут быть души, почему я этого не вижу? Я бы это увидел 100%. Ну, возможно, это как всегда персональные какие-то мистические явления. О, у меня день теперь. Максимум, что я видел, вот эти скелеты. А у тебя ночь была, что ли? Ничего себе. Я же говорил, я кричал тебе полчаса, Давид, у меня ночь. Не, я слышал только души, души, души. Игоречка нужно взять, и где бы его найти? Я его где-то тут вроде бы видел. Опять, что происходит? Гудит, все, Давид, все гудит у меня. Давай спидранить, не обращай внимания на гудение. Да нету никаких гудений, Никита, ты чего меня пугаешь там? Ничего, ничего. Что, где я? Что? Я не понял, где я нахожусь? Да что, со мной ничего не происходит, либо... Послушай меня, я сейчас нахожусь в пещере. Никита, ты что, кого-то видишь? Не знаю, у меня звуки какие-то не... Чего? Давид? Это кто? Что это такое? Давид, я... Чего? Что там, Никита? Какой-то непонятный скин сейчас стоял, я не знаю, кто это. Может, скажи, ты там уголь видишь? Давид, все потемнело, я теперь вообще ничего не вижу, у меня реально тупо черный экран. Че ты прикалываешься надо мной? Какой прикалываешься? У меня... Во-во-во-во-во, Давид, вот он я, вот он. Что с тобой было? Ты как ко мне сейчас телепортировался? Я не знаю, я в пещере находился, там какой-то темный чувак был, я не знаю, кто это. Жесть, что за темный чувак? Я данж нашел. А! Чего? Ты что там делаешь? Я забираю пластинку Кэт. А, я что-то слышу, кто-то стучит. Что там, что там, что у тебя происходит? О, смотри, парти, эти, частицы, частицы. Где? Погоди, я факела делаю. Да какие там частицы сзади тебя? Никита, почему теперь у меня частицы? Это? Вот, теперь ты это будешь чувствовать, бери факел. А, что, ты видишь сейчас, ты видишь? Че ты вещи свои выкинул? Это не я выкинул, вот это ты хотя бы видишь? Ты лагаешь очень жестко. Я вселился в этот блок, я не могу что-то выйти. Сломай этот блок, да что? Что с тобой? Че было, Давид, не понял. Да я как-то просто, меня всасывало, как будто зыбучий песок. Бери факел. Нам нужно сейчас покушать. Да уже ночь наступает, нам нужно до портала добраться, он в другой стороне. Я знаю, нам нужно, чтобы спидранить. Да, я вот это и хотел сделать, вот так. А у меня золотое яблочко есть, хи-хи-хи-хи-хи. Да, я даже знаю, откуда ты его нашел. А как ты этот данж про хероб...
принял. Он, походу, может быть, как-то мистически появился? Как? Чего? Что происходит? Молнии, молнии, молнии. Давай под дерево, это мистическая гроза. Ну и к херабрину эту мистическую грозу. Когда тебя туда телепортировало, ты что-то видел? Может быть, ты там что-то активировал? Да я видел темного чувака, я тебе говорю. Только я не знаю, что это за миф. Сначала это было у тебя, потом это у меня. А теперь это у нас с тобой. Что с деревьями? Чего? Что с ними? В шахте у тебя, когда телепортировало, было что-то похожее? Да, там были деревья в шахте. Все, вот сейчас нужно приготовиться, все твое. Все, уже темнеет. А! Что? Хай-файл, что-то было. Какой хай-файл? Это было, я не успел прочитать. Меня кто-то бьет. Я уже хотел тебе яблоко давать, чтобы спасти. Давай быстрее отсюда уходить. Сейчас пойдем. Погоди, сейчас пойдем. Еды нет. Я тебе говорю, надо валить. Сейчас я сделаю вторую печку. Че? Скример? У меня все темно, полностью. Конкретно, я ходить не могу. Сейчас тебя спасу. Я не могу. Что со мной? Давид, я себя не контролирую. В меня вселился, походу, кто-то. Да ну! Не вижу. Давид, что происходит? Где я? А! Чего? Я не могу. Какие-то частицы из тебя вылетают. Никита, что с тобой? Что ты там принял? Да я двигаться не могу, Давид. Я... О, все. Ты видел, что с тобой было? В тебя кто-то вселился, как будто душа. Я ничего не вижу. У меня слепота. Я ничего не вижу совершенно. Ты вот так вот, короче, стоишь, и из тебя выходят такие синие частицы, и... Я не знаю, что-то в меня входило или не входило, но я ничего не вижу совершенно. Это очень плохо, Никита. Видимо, ты зараженный теперь какой-то. Не знаю, возможно, я каким-то мифом сейчас стану. Может быть, ты превратился в зомби сейчас будешь? Так, Давид, слепота вроде бы пропала. Что, а где ты? Я куда-то убежал. Я на этом же месте, я... Вот, все, погнали. Погнали. Я надеюсь, это ты, а не мимик там или еще кто-то. Да тебе теперь везде будет мимик мерещиться, что ли? Да, реально, я как-то теперь боюсь вообще в одиночке тут играть. Это уже какая-то мифоискательская шизофрения получается. Вот это ты видишь, Никита? Что? Темнота, день-ночь. Не, у меня спокойно. Мимой... X-сфере, что-то там было. Какие мемори-сферы? Нормально вроде. О, там, кстати, ущелье какое-то. Вау, какое оно прикольное. Че, занырнешь сюда? Там нужно железка там или что-то такое. Железо все равно нас не спасет. В принципе, для мифоискателей вот это вот достаточно. Нам не нужно железо. Я вижу портал, Давид. Вот хорошая новость. Нам нужно в ад? Ну, естественно, нам нужно будет переместиться в ад и добыть там песок душ. Я вижу курочек. Там молнии ударяют. Подожди, стой, я добываю еду. Да там молнии ударяют возле портала. Да ладно. А, реально, это что? Что-то значит... Ты это видишь? Вау! Тут все в душах. Из себя вот это выходило, из себя это выходило. Из меня какие-то души вылезли, я не знаю. Возможно, да. У меня темнота, таинственный сбор. Текстур. Сбой. Я первый раз такую ошибку вижу. У меня темнота, я не могу ходить. Мы, походу, что-то сейчас будем видеть. Я не знаю, тут уже кто-то находится, какой-то миф. Я не знаю, что это за миф вообще. Луна выходит, а мы до сих пор ничего не сделали, Никита. И здесь кровавый закат позади нас. А, да, реально, кровавый закат. Во, я теперь могу ходить. И что произошло? Ой, я ничего ломать. А. Что? Что? Мы в какой-то... Нас закрыли. Куре? Давид, я ничего ломать не могу и ставить. Мы в клетке. Мы в клетку попали, Никита. Мне страшно, Давид. Это души. Ну да, песок душ, только я ломать его не могу. Ты что, ударил? Еще... Да, я ничего не ставить, не ломать. Вообще ничего не могу делать. А прикинь, мы внутри блока песка душ. Или я не знаю, что это такое. Ну не знаю, внутри или не внутри. Я тут немножечко ресурсов себе взял. О, у меня огненный заряд. Кто это? Ты видишь его? Смотри, какой-то темный стоит. Я его видел в пещере. Он что-то делает. Не знаю. Что он делает? Что он делает? Что? Он летает? Я не знаю, как будто бы что-то пытается призвать. Смотри, какие-то частицы. Опа, Давид, все потемнело полностью. Посмотри, там что-то светится, ты видишь? Я вижу, это души. А почему так потемнело? Подожди, где мой факел? Я не знаю, очень темно, я ничего не вижу совершенно. Жесть, что там, посмотри. А где-то еще такое есть? Не знаю, Давид, что, подойдем к нему? Да не-не-не, стой, ты че? Я хочу подойти, мне интересно, что он делает. В смысле, кто-то стоит, что ли? Он что-то делает. А ну, я попробую его ударить. Он что-то хочет, он что-то призывает или что, я не понимаю. Он как вообще летает? Его ударить можно? Я так хочу. Чего? Ну все, Никита, что ты сделал? Мне кажется, это был какой-то оккультист. Он в капюшоне такой, весь темный, как будто реально какой-то там призыватель. Я даже его скин не успел разглядеть, он какой-то супер черный. Мне кажется, это знак, что нужно побыстрее вот этот вот портал восстановить. Теперь нам нужно в ускоренном темпе восстановить портал в ад, дабы добыть тот самый
самый песок душ. Быстренько отправляемся в шахту за ресурсами. И пока мы их собираем, прямо сейчас поставь свой топовый лайк. Давайте наберем 50 тысяч лайков. И мы с Давидом проверим этот миф прямо на стриме. Ну а тем временем портал уже готов. Мистика херобринит на максималках. Так что отправляемся в ад. Так, Давид, что-то вообще мистика очень серьезно херобринячить начала. Ой, Никита, я тебя не слышу вообще. Я тебя еле слышу, погнали быстрее. Заходи, заходи быстрее, быстрее. А, как громко. Так, все, мы в аду. Где ты? А! Вот я, чё? Фух, я чуть не упал. Куда, куда, чё там? Я, короче, туда пошел, чуть не упал. Так, ну чё, нам нужно побыстрее найти долину душ теперь. Как нам это сделать? Ты хоть знаешь, в каком направлении нам вообще двигаться? Тут вообще непонятно. Да, в абсолютно любое направление идешь и все, и пытаешься, молишься на то, чтобы она попалась тебе. Что мы можем еще прикольного такого добыть тут в аду? Аккуратненько здесь выбираемся. Возможно, здесь будет какой-нибудь проход. Никита, где ты? Догоняй меня быстрее. Вот я наверху стою, давай. Блин, просто тут в аду очень как-то необычно. Тут еще и мистика за нами пришла, и в ад телепортировалась тоже вместе с нами. Это как она? Незерская гроза. В какую сторону только ты пошел? Опять ты куда-то скрылся, исчез. Опа, я нашел крепость. А мы прям возле крепости появились. Опа, крепость Саши. Ничего себе, ты вспомнил, конечно. Ты помнишь это? Конечно, помню. Это когда ты меня Лукасом пугал. Смотри, что я нашел. Там, кстати... Ты где? Я бегу, нам долина душ нужна, Давид, куда ты уже убежал? Вот. Немного поблуждав в адском измерении, мы все же нашли желанный биом. Надобно побыстрее собирать жаркий песочек. Давай побыстрее, нам нужно песочек душ собрать и как можно больше, пока есть время, и возвращаемся обратно к порталу. Фух. Мы так, кстати, далеко убежали, далековато. Мы еще сейчас будет так же придется искать этот портал. Ну да, придется. Ну ничего, сбегаем. Вау, как красиво, я тут так давно не был. Посмотри, там прям синяя. Да, долина душ, это, кстати, ну, хотя не, вру, это не мой любимый биом. Не, и в аду это, наверное, мой любимый биом, в аду. Мне больше вот это, багровые всякие вот эти долины, вот это мне больше нравится. А ты послушай, они еще такие... Все, Давид забрал? Ну, у меня сколько? 23. Да все, хватит с головой, погнали обратно, возвращаемся. Ой-ой-ой, что-то происходит. Погнали, погнали. А нам далеко бежать? Ты помнишь вообще, в какую сторону? Ну, в эту сторону, логично. Погнали. Только очень аккуратненько нужно здесь передвигаться. Ой. Моргает, моргает. Что происходит? А, мы не можем быстро бежать. Да я вижу. За нами никто не гонится, проверь. А, прикинь, мы, наверное, украли, типа, сперли эти пески душ, и все, и за нами сейчас охота начнется. Так, это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы назад что вернулись. Что сейчас было? Не знаю, что-то какое-то вжи-вжи-вжи-вжи, и мы здесь. Так, и, Никита, что нам теперь делать с этим? Не знаю, у меня аж волосина в глаз попала, господи. Что произошло, без понятия. Хорошо, что мы телепортировались хотя бы сюда, не в какую-то клетку, там, в шахту, там, и еще что-то такое. Но нам, Давид, теперь нужно рядом с порталом провести тотем. Точнее, построить ритуал и провести... Ой-ой-ой, портал полностью пропал. Отлично. Все, в ад мы больше не вернемся. Какой мерзкий звук. А, тут что-то распространено. Ну ладно, это не страшно. Давай будем ритуальчик проводить побыстрее. Фига, не страшно, офигеть. Вот где-то примерно в этом месте, я думаю, будет совершенно идеально здесь сделать все. Давай ты начнешь. Да, но для начала я, конечно, немножечко перейду в креатив и, соответственно, возьму все нужные ресурсы. Приступаем к строительству тотемчика. По легенде, если немного подогреть песок душ, то из него появится тайная сущность. Оф, остается только активировать его и надеюсь, что мы переживем этот ритуал. Так, ну вот как. Какой-то вот такой тотемчик, Давид, получается. Сейчас я подожгу свечи, и как только я подожгу вот этот блок, тотем активируется. Давай, ты будешь только поджигать? Можно я эти хотя бы две свечи? Или хотя бы эту штучку подожгу я, да? Ну, держи, вот, подожги свечи. Оп. Оп. Как тебе вообще сам тотемчик? По-моему, выглядит интересно. Мы как будто песок душ жарим. Он очень интересный, и он такой маленький и простой получился. Да, это самое главное. Когда тотемы простые получаются, мне это очень нравится. Я готов поджечь, и после этого нам желательно, наверное, куда-нибудь отойти немножечко. Давай, давай, я прямо сейчас отхожу. Давай, Никита. Так, ну что, раз, два, три. Все, я его поджег. Где моя еда? Еда немножечко есть. Давай вот так со стороны будем наблюдать. Ты что, сырое кушаешь? Да у меня что осталось, то и ем. У меня там, кстати, жарится, сейчас тебе принесу. Ты аккуратно только. Что-то он какой-то не страшный получился. Может быть, что-то не так сделали, Никита? Да подожди, подожди. Он должен чуть-чуть поджариться, этот песочек. Ой-ой-ой, вот он и поджаривается. Я отхожу, все, я подходить точно не буду. А, он прям поджаривается? Ну, конечно, это готовка, готовка песка душ. Смотри, смотри, смотри. Да, я вижу, походу теперь активация точно уже подошла к своему началу.
а я за тобой застрял. Давид, ты ходить можешь? Да, не могу, Никита, посмотри, что! Я не знаю, тут какие-то человеки опять появились темные. Ты видел, как это случилось? Ты прям за мной стоишь, ты хотя бы видишь что-то? Я не перекрываю тебе? Ну, я тут немножечко выглядываю из-за тебя, из-за твоего плеча. Жесть! Что происходит? Это культ какой-то. Они что-то начали делать. Что происходит? Вот, Давид, мне кажется, сейчас, наверное, что-то появится из этого блока. Посмотри! Я не знаю, по идее сейчас должен появиться какой-то миф, а возможно это уже и есть миф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никита! Давид, все полностью исчезло, я вижу, да? Чего? Это кто? Посмотри, что за морда стоит. Я не знаю, тут какой-то, как будто, знаешь, огромный песок душ стоит, либо что-то такое. Какое-то заражение. А мы можем ходить, все. Мы можем. Давид, но я к нему точно не хочу подходить, он мне максимально не нравится. Это явно не человек, он какой-то большой. Это душа вышла из этого блока, что ли? Ничего себе, душа огромная. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Че, может тогда... Ой, чего? Он исчез. Исчез. А что ты хотел сделать? Хотел подойти, как всегда, знаешь. Так давай сейчас подойдем, что нам мешает сейчас? Ну иди. Подходи. Я тут поснимаю, знаешь, постою. А ты заметил то, что раньше мы с тобой боялись всего это, а сейчас мы такие подходим, такие смелые стали вообще, сколько мы уже это делаем? Ну да, я вижу, какой ты смелый. Давид, а я пошел отсюда. Я знаю, что будет дальше, я пошел. А что будет? А что это за блок? Сейчас там все взорвется, сейчас там все лавой покроется, я лучше пойду отсюда. Что взорвется? Откуда ты это знаешь? Знаешь, Никита, ты чё мне там спойлеришь так? Сейчас, тут все, смотри, лавой полностью покрывается, и на этом все заканчивается. Я упал. Ты куда? Ой, Давид! А! Вот, а то, о чем я и говорил, все, что-то очень жесткое происходит. Чего? Мне кажется, мир превращается теперь в эти души. Кстати, это вот эта вот лошадь, это может быть она все делает. Да какая лошадь, это по-любому вот тот чувак, который песчаный стоял. У меня шлагает. Да у меня тоже подлагивает, Давид, надо как-то уходить, но я не могу, все передо мной просто заменяется. Куда мы идем, все заражается, это что-то с нами сейчас, прикинь. Ну, возможно, но я хочу отойти побыстрее уже от этих душ, песков и так далее. Фух, все, мы отошли. Этих песков. Болим. Очень страшно. Он и воду, он ничего не боится, он просто бежит за нами. Давид, уходи! А, он рядом, Давид! Болим! Недавно на моем стриме произошло очень странное мистическое явление. Эксперимент, который мы проводили, принял неожиданный поворот. И мы попали в локацию, которая тесно связана с культистами. Новое достижение. Подожди. Господи! Чего? Это что было? Давид, я сейчас охеробренел просто. Я... Что происходит? Что это? Эй, где мы? Что за портал? Что, мать его? Что это такое? Давид? Тут мы висим. Это что? Нифига! Я не могу двигаться. Давид, я не могу двигаться, реально, мы висим. Давид, я тоже не могу двигаться. Блин! У меня аж горло заболело. Я хочу туда пройти. Мне очень интересно. А чё мы висим? И смотри, с этой стороны я стою, и я там вишу. Тут портал. Ой-ой-ой-ой, всё потемнело. Аж кушать захотелось. Ребят, чё? Интересно, чё происходит? Портал куда ведёт? Включайте записи. Это попадет в историю. Что происходит? Да, кто-то может сейчас нарезку этого стрима сделать и потом просмотров собрать. Это реально как будто выпуск мистики сейчас происходит. Давид, блин! Что-то начинается, приближается! Я подальше от экрана. Ну и вы... Давид, там что-то выползло. Давид, что происходит? Что за мистика? Офигеть! Я в каком-то фильме! У меня все залагало! Это явление действительно странное. В последнее время активизировался неизвестный культ, который создает мифов, и к чему это приведет, никому не известно. Кстати, прямо сейчас я жду вас в своем дискорд-сервере. Давайте вместе общаться и, возможно, поищем мистику. Ссылочка на мой дискорд-сервер в описании. Ну а вам я желаю хорошего настроения и до встречи в следующих выпусках мистики, бандиты. Вы самые топовые зрители. Чао! Я знаю, что ты еще здесь. Так, почему же ты не ставишь лайк?
А ну быстренько поставь лайкусик, а то придет херобринусик.